И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же Легендезис. Да. И сегодня мы пойдем какое-нибудь приключение. Честно, приключение, понятное дело, миссию выполнять. Я хочу, во-первых, гонку, и во-вторых, все-таки в океаническом бионе. Я хочу океанический биом. И давайте... Вот это. Что у нас тут? Сейчас скорость, чтобы знать, кто быстрее. Водовороты и рифы. Это классика. Дельфини Блиц. В общем, давайте сюда. Пойдем. Гонка. Тут близко. Во-первых, это будет гонка. Вот. А во-вторых... Просто, кстати, в ластах здесь плаваешь так же быстро. Короче, в ластах здесь плаваешь так же. Вот прям вот, вот. Гидрокостюм здесь нафиг не нужен. Особенно если ты надеваешь тег-шлем, то он вообще нафиг не нужен. Вот. Это я так, к слову. Решил, что, блин, я хочу гонку. И океанический биом, и гонка, это, короче, идеально. Прям, потому что я хочу океанический биом. Блин, ну как бы он клевый. Он клевый, океанический биом клевый. Вот только сейчас вот это вот. А, я гарпун не взял. Ласта с нетунца. Вот, опять-таки же, почему я говорю, вот смотрите, я плыву без ласт. Ну камон. Акула не догоняет меня без ласт. Ну, это уже до смешного смешно. Так, вопрос в другом. Все еще плывешь, да? Собака ты нехорошая. Ну ладно. Иди сюда. Сейчас я тебя устрою, кукиш. Чё ты? Ну кого ты нарываешься? А? Акула недоделанная. Сейчас я тебе тут это вот торпора-то накидаю тебе. Э? Иди сюда! Куда ты там плывешь? Видишь, я тоже не могу плыть нормально. И... Да, ублюдок, мать твою! Че я там четверку что ли нажал? Нет, а чего он перестал? Это отображаться, дай бог с ним. Так, стой, тормози, тормози! Ты не летун, короче, ты так не можешь, да? Ладно. Кстати, я там притомил Кастроидеса. Кастроидеса притомил для того, чтобы добыть лес. Лес добыл я нормально, и теперь я довольный. Вот. А вы, наверное, его и видели. Погнали! Дельфин Блиц, миссия инициирована. В итоге что мы... В смысле мне томить их нужно? Ну вы серьезно? Не-не-не-не-не, не томить в кайф, спасибо. Уи! Ага, надо по этим плыть. Два, один. Уи! Уи, говорю. Отлично. Жжжж. Оу! Ай, не лагай! Воевать! Это было жестко. Ух, это клево. Так, желтый я уже знаю, что ускоряет. Что-то я уже перехотел в желтый нырять. Тихо. Я ничего не вижу! Это еще оповещение у меня было. Давай! Ёпт! Ёпт! Уху! Кайф! Блин! Я в целом не любитель такой жанр! Пофигу на желтый. Это мы ногами, так что здесь не критично. Не-не-не-не-не! Спасибо! Я не любил, конечно, такой жанр. То есть это вот гонки по точкам. Это... Блин, это не мое. Но это... Черт побери! Весело, если чтоб не лагало. Ну, камон, я сейчас просто карту... Я плыву и прогружаю карту. Так что на бете, я думаю, будет все-таки полегче. Я надеюсь, что будет полегче. Вау! Ну, что там уперся? Ни в чем не уперся. Наверное. Так, а может так будет легче? Слушай, так однозначно легче.
Я не вижу! Я не вижу, куда плыть! Я не вижу, куда плыть! Вернитесь или будьте... А, это я то, что чуть выше забрался, все ясно. Я думал, просто уже не туда попал. Да, кошка, ты молодец. Ты прям вот это... Вот прям сейчас нужно свои сухарики грызть. Давай! Чё-то я не хочу уже брать его! Не хочу! Чёрт! Блин! А, вот, вижу, 50 из 54, отлично, фу, господи, только хотел спросить, когда закончится. Вау, ну тогда можно и ускориться. Первое место, Мэри Бита. Первое место. А, меня телепортировало? О, спасибо. Первое место на локалке, это, по-моему, самое топовое достижение, которое я мог получить. О, кстати, я левел апнулся. У меня наконец-то 40-й левел. Че качнуть, че качнуть? Навык изготовления, конечно, он неровное число просто. Ну где там стрелка потерялась? Во, стрелка потерялась. Да, у меня теперь 140-й левел. Так. Ну ты посмотри. Ну, посмотри, просто так все ровненько, чинно, аккуратно. Хо-хо! Ну что, погнали на бетку? А, секунду. Хочу проверить с музыкой из игры. Чё будет вообще? Чё будет? Так. Ай! В смысле, я сел? Всё, отлично, погнали. Мне интересно, будет здесь какая-нибудь музычка, что-нибудь где-нибудь там? Вперёд! Блин, какая эпичная музыка. Не, это эпичная музыка, явно не для гонок. Но от первого лица однозначно удобнее управлять, я вам так скажу. Блин, 10 FPS, у меня... Особенно вот на вот этих ускорелках, прогружалках, это прям вообще жопоч. Ну и вода, ну камон, здесь мир очень сильно загруженный вот этими рыбками и так далее, поэтому ничего не удивительно. Я, конечно, вообще красава додумался в водяном биоме построиться. Конечно, построиться это сильно сказано. Вау! Жух. Мозя! Я видел Мозю. Блин, от первого лица прям вообще кайф. Прям реально намного удобнее. Не вижу. Я понимаю, что по стрелочке нужно, если что, плыть ориентироваться, но, блин, камон. Я смотрю в центр... Ладно, стрелочка тоже по центру экрана, но я, короче, смотрю в другую точку. Я смотрю прям на этот указатель. Центральный вот этот мой указатель. Ну, кстати, могу FPS прибавить. Я этот... Отключил отображение всех... Блин, реально FPS прибавил. Я же забыл про это. А? Просто эта труба, она жрет FPS. Она прям не кисло так жрет FPS. И я надеюсь, меня сейчас нормально слышно было все это время. Где? Подожди. Во. Вау. Ну, время еще остается. Я красава. Кто красава? Я красава. Я вообще молодец. Погнали. Позиция первая. Из одной. Так, с 1100... О, слушай, здесь уже неплохо. Не, конечно, седланный кицаль это еще та... Собака, прям вот это прям. Ах, вы ж козлы такие, вот прям это первая мысль. О, привет. Музыка прикольная. Но, как я уже сказал, типа, немножечко не то. Побыстрее бы. Вот для гоночки нужна прям музычка побыстрее. Давай попробуем альфа-чуху.
Запустюху альфа-чуху. Так, где? Еще не появилось, да, мой дельфинчик? Ага, вот теперь появился мой дельфинчик. А! К нему даже на Е не надо нажимать. Просто это, жмешь вперед и подплываешь. Все. Еее. Кайф. Кстати, что там? Гонка! Клево. У меня новый статус. Гонка. Еее. Эта музычка уже другая, и она какая-то явно напряженная. Не, ну я не спорю, на альфаче тут как бы булки надо поджать, но все равно. Е-хи! Ну ты серьезно? Вот на альфе я вот здесь проскочил, да? Ну красава! Долбанное колечко, вот два раза до этого проплыл, думал, вот могу же не пролететь мимо. Вот именно на альфе, там где нужно время, я пролетаю мимо. Красавелла, блин. Слушай, реально так фпсов намного больше. Чего сразу ты меня отключил? До этого было 10 в этих местах, сейчас 15. Да, я так говорю, как будто это достижение, но это реально достижение. Это буст 50%, если что. Если что, на минуточку. Просто отключил эти. Отображение всех диносов. Вау! Мне даже интересно, ладно, под водой, я под водой, я понял, как это. Но мне интересно, как будут гонки на всяких диносах, типа носорожа. О, кстати, а здесь я никогда не плавал. Это другое что-то. Вот, на всяких носорожах, на саблезубах, к примеру, и так далее. Как эти гонки там будут происходить? Блин. Не, я примерно понимаю, как это по ходу дела будет. Типа, я там, когда бегал по зиме, я видел эти тропки, прям конкретные тропы, которые, да, куда-то туда, куда-то сюда, сюда куда-то, я не знаю. Давай сюда плыть. Надо ускоряться без вариантов. Да, здесь прям время очень сильно впритык. И, ну, у меня есть шансы успеть. Я должен успеть. Я обязан. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Есть! Несмотря на свой косяк. Однозначно, это был косяк. А то, что я промахнулся, все очень даже неплохо. И что нам в итоге дают? Хитиновые нагрудники? О, опять-таки же, да, все ни о чем. Единственное, что шестигранников дали много. Это мне однозначно нравится. Но музыку я буду включать. Ну, нафиг. Она не в тему, она не интересная, и мне скучно. Так. Где там? Почему стрелка? Во, стрелка подцепилась от этого. Прикольно, прикольно. Дельфини Блиц, это, конечно, прикольно. Гонка в целом мне понравилась. Но призы такие, что не сильно-то охота еще раз это проходить. Кстати, давайте... О, Шапкин, привет. Привет, Шапкин. Шапкин, привет! Пойдемте покажу, что за лес у меня в телепортах. А, видали, да? Во, вот там Шапкин. Вот там какаха, видите, лежит какаха. Да, какаха лежит. Вот, короче. Так, яркость-то вырубить. Вот, здесь получается у меня... Блин, я задолбался. Я тут к астеридесам бегал, деревья рубил, и, ну, соответственно, здесь трава спавнилась. Трава высокая, то есть ты по ней идешь, ты просто ни черта не видишь, то есть вот такая вот трава. И я к астеридесам решил эту траву вырубить. Ну, чтобы она хоть как-то меня не доставала. Ну и что вы думаете? Да, в общем, пока фундамент не поставил, здесь трава спавнилась прямо за мной, грубо говоря. Вот, вот этот фундамент оставлю, так чисто, чтобы сюда пришел, телепортировался, и все хорошо. Она махом заспавнивает все, и, ну, такое себе. Вот, а так здесь в целом прикольно. Погнали, я хочу наверх забраться. Я один очковал туда забраться, чтобы, ну, типа, камон, если я это, заберусь наверх и сдохну, ну,
Надо как минимум, чтобы показать это дело. Вот, поэтому, раз уже у нас есть время, погнали, я вам вместе с вами сюда сгорцуем. Да, я вот именно так же забирался на самый верх. Ну, как на самый верх? Сейчас на самый верх забираюсь, до этого наверх забирался. То есть именно вот так вот. В целом, то есть вот сюда, телепортация сюда мне достаточно, чтобы лутать этот... Дерево лутать, все вот это вот добро. Трава, лут, ну, там, дерево, солома. Этого у меня вполне достаточно. В целом, конечно, да, можно, допустим, вот на вот эту площадку черепаху призвать, там один раз нажал, там травы залуталось, все, и красота. Но... Добрый вечер. 140 будет, посмотрите-ка на него. Спрятался. Так, чё, я на самом... О, как я на самом верху? Блин, да я еще не на самом верху. Да что ж такое-то? Я не знаю, зачем мне это, но я всегда хотел забраться наверх. Так, почти. Жаль, здесь как в Майнкрафте. Как в Майнкрафте нету координатов XY, по крайней мере, я не знаю, где это смотреть. Ну, было бы прикольно посмотреть, на каких я координатах по высоте. Относительно, я просто там увидел, там, ну, там она выше. Не, подожди, это же говно, это просто текстура. Но вон там-то точно выше, это не текстура. Вот та текстура, это не текстура. Блин, обидно вообще-то. Да. Да, я только для этого сюда и забирался. Честно говорю, я только для этого сюда и забирался. Ну ты посмотри. Так можно просто всю карту от края до края перелететь. Уху! Кайф, кайф. А мне кайф, идите в шопу. Ух, здорово. Да, здесь можно построиться, по идее, типа, клево. И, наверное, на локалке я бы попробовал бы здесь где-нибудь построиться. О, не на локалке, на этом. На сервере. Но, блин, камон. Да, то есть, с одной стороны, можно здесь построиться, а с другой стороны, а как свой 11 закидывать? Ну, то есть, ты как бы ничего не можешь чисто физически потом уже сделать с этим. То есть, ты только можешь спрыгнуть вниз, и все. Но это же так клево, вот это вот лететь, парить и чувствовать, что ты хотя бы так полетать можешь. А что поделаешь? Ладно, погнали до дома, вон там мой дом. Вот такие вот дела. Ладно, народ. Такая вот коротенькая серия. Ну, сами видели, насколько коротенькая миссия была. В целом, меня прикалывают эти все миссии и так далее. Они интересны. Пока что я не встречал сложных таких миссий. Конечно, да, вот с рыбалкой там заморочка была. Ну, что поделаешь. Вот, но это нормально. У-хи! На ускорение! Сейчас будет прыжаться. Кстати, да, я вот здесь сделал такой маленький спуск, и этот... Сейчас как... Хабайся нафиг ноги минус! Нет, конечно. Вот, это для потом... Вообще, я хотел туда чуть пониже спустить, но чё-то у меня здесь не получается ставить ни стены, ничего. Точнее, я стены если вставлю, то сюда уже не получается что-либо ставить. Жопа, короче, ну ещё попробую, попытаюсь, может, что придумаю, как все это сделать, но там уже будет видно. Такие вот дела. Где ты, мой кострыдосик? Вот он, моя бобришечка. Бобришечка. Вкачал ей вес, вкачал ей скорость. И в целом этого достаточно. Такие вот дела. Ну, а я с вами уже на этом, пожалуй, точно буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.